Гранд-финал Estotifan Duel Торнамента номер 2, до которого добрались Стоун по верхней сетке и Инз, выходец из нижней. Стоун имеет очко преимущества. И первая карта их противостояния будет Veil of Nod. Инз на клаче против Стоуна на Никсе. Готовьтесь к бою. Раунд начнется через 3, 2. Поехали, ребята. Бой. Посмотрим на эту жару. Красный за Стоуном. Аккуратничает. Не получилось доставить рельсу так. Весь пол оружия на данный момент у Инза, и пришло время вычислять позиции. Дабы нанести первый дамаг, прожимают ульту Инз. Вся ульта куда-то никуда не шла. И... Подлавливает Стоун, но неудачно пока что. Дамага недостаточное количество нанес. Что он здесь ждет, непонятно. Скорее всего, он думал, что мега за Делейна. Но нет, нет, Инс ее поднял. Одновременно респаунятся основные айтемы и... Хорошая рельса! Ух ты! Ха-ха! Упала, ребята, упала! Ошибка мумент от них си. Это может повернуть игру вспять. 9 хп остается, нет. Да, ребята, Инс был готов к таким маневрам от Стоуна, и первый фраг на его стороне. Откатилась Никса. Откатилась ульта у Никс, и у Инза есть все шансы встать на абсолютный контроль через 3 секунды. Красный. Есть рельса, и... Но нет. Да ну, ты опоздал, братан, какая нахуй ульта? Опоздал, немного растерялся Инс. Видно, не поверил, что так просто. Так просто достанется ему первый фраг. Ошибся по таймингу, перепутал мегу и красный. Надо заново восстанавливать тайминги, но ценой за это будет потеря полного абсолютного контроля. Он переходит на сторону Стоуна, и... Да, выжрато Стоуном. И мега, и красный. Хорошая рельса от Инза. И... Аккуратничает. Есть еще рельса. Стоун без обилки понимает, это Инз сейчас и будет прессить. Но нет, не читается оппонент. Стоун пошел жрать часы. Появилась красная. Хорошая, еще! Ух, вынуждает прожать обилку. Выходит телепорт и... Ха-ха, а Стоун умеет скрывать... Есть рельса, еще может быть. У Стоуна совсем чуть-чуть хп. Есть шансы поддушить Никс. Мега уже лежит и... Да, конечно же, Инс предпочитает этот контроль без... Если робота собьют с контроля... Ой! Ой! Ай, не получается, но все-таки делает этот фраг. Никса нанесла очень много дамага, но... Ух! Ух, быстрый фраг от Инза. Обмен рельсами, 5 секунд до меги. Да, на контроле находится Индет. Так, какая напряженная ситуация. И прожимает обилку. Ах! Красный вышел и на аптечку быстро. Ах! Промах, ребята. Там так легко было сделать фраг от Стоуна. 12 секунд. Но Стоун сам удирает. У него совсем чуть-чуть. Надо претендовать на подъем меги. Конечно же.
не палится Никса. Самый последний момент уже стрелянула рельсой и... А билку потратил стон. Я надеюсь, это увидел Инс. И сейчас надо поддушивать. 15 секунд, до миги еще. Да хуя времени, давай. Так. Стоун претендует ставить первый кол. Вторая вакцинация. Прожимается ульта Инзум и начинается душить именно. Ха, сука. Очень много дамага. Ай, ай. Охуеть, как аимно, ребята, как аимно со стороны Инза. Просто снес башку Никсе. Пополняет хэпасики. 8 секунд до миги. Есть рисунок. Алгоритм появления основных айтемов, но Стоун, ввиду того, что отсутствует обилка, не стал, ребята, идти на мегу. 7 секунд до красного. Чуть-чуть, 63 хэпасика осталось. Инси не стал прыгать на красный, но я все-таки, наверное, на его месте, если бы умел так передвигаться на клатче, все-таки претендовал бы на дэш до красного. Сделал бы прожим обилки. Очень немаленький дамаг. Не будет вываливаться в телепорт. Объективно правильное решение. 6-я минута заканчивается, и Инс как полу плюс бэч. Знает ли он о том, что будет появляться айтем? Ух, на сотку залетела хуета. Ой. Да, я за равную борьбу, ребята. Сейчас вот именно больше на стороне Инза, наверное, все-таки. Он на клатче играет. Так себе пик. И... ах, еще. Блин, но нет. Но нет. Никса попрыгнул двойным прыжком от стен все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько дамага досталось. И селф, рок, и джамп, и... Мне кажется, ну, блядь, так не продавить. У Стоуна очень хороший контроль. Очень. И... секундомер. То он продолжает быть на контроле, и Инзу ничего не остается делать, как потреблять желтые арморы, ребята. Словлен! Атака! Нет, все-таки не хватило има у Инза отмансить от этого, и надо рваться на мегу! Надо рваться срочно на мегу, но... Инс не претендует, он не верит, он не знает цифр. Но все-таки вот так и переламливается контроль. Очень жесткий на контроле Стоун. Еще много слишком играть. 2,5 минуты. И вот он ищет его. Первую сотку находит и... Шаф закипает сталь, блядь. Да. Он сравнивает счет. Соберись, Инс. Не время разгуливать. Ебать. Ебать. Фу. Это гранд-финал, Сереж. Это гранд-финал. Ух, best of 5. Best of 5. И... хорошая рельса. Никс наконец-то отошла от позиции, которой она контролит все. Блять, прям прилетело что? Прям в рожу. Ой-ой-ой, я переживаю немножко за Инза. Он как сполз с контроля, ребята, так в этом и секрет, что у Стоуна надо его пытаться перебивать. Он слишком хорош на нем. Слишком хорош, поддавливает оппонента. Инз там на каком-то именно, знаете, ну, на диете, блять. 63 хп, ребята. 2 секунды до миги и очередная мега, да, за Стоуном. Очень жестко. Ой-ой-ой-ой-ой.
Этот флик. Да-да-да. Прекрасный стек от Никсы для того, чтобы нападать. Будет собирать часы для того, чтобы из инвиза как-то воспроизвести фраг. И собрать часы, чтобы еще они не достались роботу. У робота еще 15 секунд, он кричит от боли за 30 секунд до конца. Не получается у Инза собрать стек, и это похоже на ГГ, ребята. Как же красиво все-таки выдрал. Выдрал у Инза контроль стоун и сделал все эти фраги. Охренеть. 2-1, ребята, ГГ. Победа.